Братья мои, этот мир — гонка. Жизнь, которую вы проживаете — гонка. И день суда будет финишем этой гонки. И у судного дня, братья, как вы видите, есть много названий. И одно из названий судного дня — это День сожаления. Ведь в этот день, мои братья, когда люди узреют подлинную суть вещей, они оглянутся на свою жизнь и начнут сожалеть. Как я прожил свою жизнь? Во что вложил свое время? Во что вложил свои деньги? Во что вложил здоровье? Вложил ли я все это в то, что принесет мне пользу в этот день? Или же я впустую прожег все это, как впустую прожгли это миллионы и миллионы вокруг меня? Эта жизнь, мои братья и сестры, валлахи, поверьте мне, не обманывайтесь происходящим вокруг. Это гонка. И Аллах, субханаху ва та'аля, приказывает верующим: стремитесь же опередить друг друга в добрых делах. Соревнуйтесь друг с другом. Мы должны соревноваться друг с другом в том, что является добром, благом. Почему? Ведь когда эта гонка закончится, и каждому будет дана его награда, не будет пути назад. Смотрите, это не как в этом мире. Мы с вами, сдавая экзамен, можем сделать это не очень хорошо. И потом можем вернуться в колледж или в школу, например. Можем вернуться и пересдать, снова подготовившись к этой теме, и вновь сдать ее на экзамене. Но перед Аллахом такого не будет. Братья, у нас всего одна жизнь. Второго шанса, второго выстрела не будет. أكتب الأصوات أقرأ أستشف المفردات وأرى همس المعاني بين طي الكلمات.